Спонсор программы – компания «Тапповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Тапповая» в Хакасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. «Тапповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколение. Снежный городок. Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне», передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные, а главное, очень вкусные блюда. Друзья, ну, прошу обратить внимание на мой сегодняшний стол. Конечно же, это обилие красок, все яркое, удобное и полезное. Но прежде всего потому, что мы продолжаем готовить вместе с компанией «Тапповая», потому что с «Тапповая» всегда получается вкусно и быстро. Ну и еще сегодняшнюю передачу мы решили немножко выделить, потому что, так подумали, все, что мы за здоровое какое-то питание, все за какую-то экономию времени и прочее. Ну вот экономия времени – это, в общем-то, правильно. Вот. А здоровое питание, я думаю, что летом можно себе иногда позволять чего-нибудь не только полезного, но и вкусного. Потому что сегодня у нас такая настоящая мужская еда. Кстати, ему мужики вот часто спрашивают: Максим, когда будет нормальная мужская еда? Вот сегодня, друзья, как раз и будет. Сегодня мы делаем люля-кебаб. Знаете, что это такое? Но мы сделаем такой домашний немножко вариант, но максимально приблизим его к природным условиям и к природному вкусу. И сделаем интересную, на мой взгляд, гарнир к люля-кебаб. Вот как раз полезный, легкий, хороший такой обжаренный кабачок с морковью. Ну и в завершение всего мы сделаем прекрасный и вкусный коктейль из мороженого. И по ингредиентам. Ну, что касается мороженого, это, как всегда, в нашей программе компания «Снежный городок». Далее, для люля-кебаб нам потребуется мясо говядины. Вот такая прекрасная, красивая, я бы даже сказал, элегантная вырезка. Не очень элегантный, не очень полезный, но очень вкусный бекон, вот так, таким образом тоненько нарезанный. Потребуется для кебаба нам гранат, друзья. Зелень, из зелени я возьму кинзу, очень хорошая трава, не всеми любимая, но я покажу вам небольшой секрет, когда кинза начинает играть совершенно другими красками и другими запахами. Тоже будет очень интересно. Ну и для коктейля нам потребуются бананы, мороженое, молоко. Какое молоко, я тоже попозже расскажу. Ну и, собственно, вот он, кабачок обычный и обычная морковь. Давайте начнем. Ну, люля-кебаб, вы все прекрасно знаете, что это такое. Это блюдо из рубленного мяса, приготовленное на открытых углях. Так, так. Ну, открытых углей у меня сегодня нет, но есть мясо. Давайте мы мясо сейчас с вами и порубим. Я буду рубить его в такой мясорубке, естественно, от нашего партнера «Тапповая». Для этого я мясо нарежу на кусочки, которые могут проходить мясорубку. Что касается мяса, друзья, здесь можете, конечно, на свой вкус, да, любите баранину. Да, баранина, это понятно, это еще лучше, потому что, ну, да, кебаб делается именно из этого мяса. Но знаете, у баранины есть один минус. Один и единственный, и к мясу это не имеет отношения, скорее к продавцам. Потому что мясо баранины не продается без костей. Оно продается только на кости. И вот мне что-то не захотелось покупать, потому что, ну, вот с костями я не планировал ничего делать. Я понимаю, что можно сварить шурпу или еще что-то, но не сегодня. Поэтому у меня вот такая говядина, не жирная, потому что рецепт включает в себя бекон. Жирность, которая в нем содержится, мне будет вполне достаточно. Все, нарезали мясо, начинаем прокручивать на мясорубочке. Я поставил решеточку большую, широкую, потому что мясо должно быть именно рубленым. И вот большая решетка позволяет именно достичь такого результата. Что вот видите, мясо прям вот такими вот кусочками получается, что мне и нужно. Кстати сказать, конечно, можно приобрести фарш и в магазине. Но я, как бы я ни относился, какие бы у меня ни были отношения с мясниками, с продавцами, с магазинами,
Я все-таки фарш всегда делаю сам. Но это такой вот мой принцип. И вот, друзья, обратите внимание, у нас получился рубленый фарш. Здесь 600 грамм мяса. И теперь давайте займемся ингредиентами. Без лука редко готовится какое мясное блюдо. Вы наверняка это прекрасно понимаете. Поэтому я возьму одну головку репчатого лука, помещаю его вот в такой турбоизмельчитель, делаю несколько движений. Только, друзья, сильно мелко не надо. Вот в такую вот крошечку измельчаем и перекладываем к фаршу. Лук – это обязательный ингредиент для кебаба. Мясо у нас не жирное и не сочное. Лук придаст сочности. Второй ингредиент, очень важный для кебаба, лично я так считаю, это, друзья, кинза. Вот здесь, конечно, что называется, приплыли, да, что некоторые сейчас сразу поморщились, сказали, что это клоповник, что кинза это очень и очень и очень на любителя. Ну, в общем, я с вами соглашусь. Но редко какая трава может поспорить с кинзой за участие, так скажем, в мясном рецепте. Потому что она идеальнейше подходит. А для того, чтобы кинза стала привлекательной для любого, абсолютно любого человека, то для этого в природе существует чеснок, друзья. Вот когда чеснок с кинзой перемалываешь, кинза играет совершенно другими вкусами, запахами, ну и вообще свойствами. Она становится ароматнейшей и аппетитнейшей. Добавляем чеснок и также пробиваем. Обратите внимание, какая у нас получилась такая привлекательная мелкая крошка. И кинза с чесноком пахнет уже по-другому. Еще один важный ингредиент для кебаба, во всяком случае, как я считаю, это, друзья, гранат. Точнее, его семена, естественно. Для этого я вот таким образом сделаю надрез, так, чтобы мне было видно зернышки. И что я делаю? Здесь можно наблюдать вот такие вот соединительные ткани, да, по которым, собственно, они держатся. И я по ним делаю надрез вдоль плода. Конечно, мне много будет всех семян. И вот так разламываю. Что ни в коем случае не надо гранат разрезать пополам, там, да, потому что вы разрежете их драгоценные зерна, и драгоценный сок вытечет в никуда. А я сейчас просто беру дольки и зерна граната аккуратненько высыпаю в фарш для люля-кебаба. По количеству гранатовых зерен, друзья, здесь все зависит от ваших предпочтений, но я считаю, что они, чем больше их, тем вкуснее. И отвечая на ваш вопрос, который, возможно, у вас сейчас возник в голове, а зачем, собственно, да? А вот за тем, что с помощью граната мясо становится сочнее, и, ну, я не знаю, но вы наверняка в курсе, что мясо с гранатом, с гранатовым соусом очень-очень даже хорошо дружит. Знаете же, такие есть гранатовые соусы, да, которые подают к стейкам, к шашлыкам, к запеченной бараньей ноге. Очень хорошо подходит. И в данном случае для кебаба это прям вот друг. Ну и остаются, друзья, совершенно элементарные вещи. Это, конечно же, соль. И перчик обычный, черный. Причем я обильно перчика добавлю, потому что я люблю поострее. Если вы любите еще острее, очень рекомендую. Кстати, сейчас в магазинах уже, по-моему, пошел перец чили нового урожая. Он очень такой ядреный, поэтому смело
за ним и смело добавляйте его в фарш. Далее я перемешиваю все ингредиенты для люля-кебаб. Кстати, из специй, если уж вы любите, да, вот совсем пряное, хотя мне вот лично кинзы с чесноком вот достаточно, очень хорошо сюда пойдет смесь, которая называется хмели-сунели или уцко-сунели, такие грузинские смеси. Очень хорошие, очень люблю я их. Но в данном случае, я думаю, что можно обойтись. И еще нюанс. Вы наверняка многие добавляете какую-то жидкость, когда работаете с фаршем. А я в данном случае не буду этого делать. Причем осознанно я хочу, чтобы мой сегодняшний люля-кебаб был немножко таким жестковатым, но сочным. Вот что я хочу. Хочется, знаете ли, чтобы жевалось, а не чтобы с него бежало, лилось, и он весь расползался. Ну вот, друзья, вот фарш для люля-кебаб готов. Я предлагаю сделать небольшой перерыв. Потом возвращайтесь, мы продолжим разговаривать про технологию приготовления люля-кебаб. И я вам покажу интересный гарнир. Спонсор программы – компания «Тапповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Тапповая» в Хакасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. «Тапповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое «Пломбир на сливках». Нежность притягивает противоположности. «Снежный городок». Прекрасно, что мы снова вместе. Мы продолжаем готовить люля-кебаб и уже приступаем к гарниру, потому что фарш, если вы помните, у нас готов. Итак, гарнир. Вообще, гарнир, по идее, это что-то такое должно быть, по крайней мере, очень простое. И я сегодня докажу вот этот, наверное, какой-то кулинарный закон, да, потому что по гарниру сильно заморачиваться... Ну, никто не привык, да, и никто даже не представляет, что нужно что-то на гарнир прямо утруждать себя и что-то такое делать. Поэтому у нас гарнир будет сегодня состоять из кабачка и моркови, но мы сделаем его немного интереснее, ну и заморачиваться при этом тоже не будем, потому что мы сегодня готовим с компанией «Тапповая», а с «Тапповая» всегда просто и вкусно. Я беру овощечистку вот такую, беру почищенную морковь и начинаю ее нарезать на вот такие вот тоненькие пластинки. Стараясь делать их подлиннее. Я не знаю, кто-нибудь догадался из вас, что мы будем дальше делать. Ну, давайте я приоткрою, так скажем, эту интригу. Мы на самом деле будем быстро-быстро обжаривать морковь с кабачком. Буквально... Ну, я не знаю, 3 минуты. Они должны быть такие чуть слегка, чуть сырцой. Но и должны успеть впитать в себя вкусы, которые я предложу. Вот. Вообще, может с виду показаться, что это какое-то нудное занятие, но, знаете, вот нисколько. Когда овощечистка остренькая и тоненько режет, вообще никаких проблем абсолютно. Морковочки мне достаточно для того, чтобы показать вам порцию. Я сразу переложу ее в емкость и займусь кабачком. С кабачком я поступлю следующим образом. Чистить я его как таковой не буду. Я вот сейчас срежу шкурку сверху. Кабачок молочный, шкурка у него нежная. И просто начну вот так вот срезать тоже такие же пластинки. Но только уже не по всей, так скажем, окружности, а вот с одной стороны. Вот прям вот такие вот. Это уже даже не фетучини, это уже паппарделли. В чем плюс вот таких молочных кабачков, что у них семечки еще нежные, и их можно употреблять в пищу. И можно, и нужно. Ну и кабачка мне на порцию хватит. Закончили с кабачком, также перекладываю в емкость, в которой нужно обязательно произвести одну процедуру. Ну, во-первых, обязательно нужно посолить. Сами понимаете, что в кабачке много воды.
и нам нужно от этой воды избавиться. Да и в моркови тоже. Вот, смотрите, пусть немножечко полежит, минут 5. Напитается солью, соль вытянет воду, а мы давайте продолжим работать с люля-кебаб. Если вы помните, здесь у нас фарш из сухой говядины. Мы добавили туда лука и зерен граната, для того, чтобы сделать посочнее, повкуснее этот фарш. Но что касается жира, здесь беда, конечно. Мясо не жирное, поэтому мы берем вот такой бекончик, тонко-тонко нарезанный. Продается в магазинах, наверняка вы видели. Ну и, надо сказать, я в начале передачи упомянул, что мы будем делать люля-кебаб, домашний вариант, но максимально приближенный к природным, так скажем, вкусам и запахам, потому что если готовить на углях, то, конечно же, люля-кебаб будет пахнуть копченостями, да. Ну вот, собственно, бекон здесь призван для того, чтобы придать вот этот копченый аромат природный, это первое. Ну и второе, конечно, он придаст фаршу сочность. И еще одно, что все-таки кебаб – это такие колбаски. Делать колбаски дома тоже не очень удобно, а для того, чтобы они получились, и тоже очень хорошо вот так вот взять и завернуть в бекон, и получится как раз нормальная такая колбаска. Придаем фаршу такую форму, форму удлиненную. Выкладываем на бекон вот таким образом. Загибаем и заворачиваем. И вот, собственно, друзья, что у нас получается. Когда завернули, можно хорошенько вот так приплюснуть, чтобы бекон хорошо прилип. И выкладываю на противень для дальнейшего запекания, обжарки. Уверен, что мужчины, которые сейчас нас смотрят, смотрят и одобрительно кивают. И заворачиваем последний люля. Домашнего пошиба. Выкладываем на противень, и я ставлю в духовку. Температура должна быть высокой, 200-220 градусов. Можно в конце еще подключить к этому делу гриль, будет тоже очень хорошо. У нас появляется удобная пауза, чтобы сделать небольшой перерыв и отдохнуть. Потом обязательно возвращайтесь, мы закончим делать гарнир, посмотрим, какой у нас получился люля-кебаб, и я покажу интересный вариант коктейля из мороженого. Спонсор программы – компания «Тапповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Тапповая» в Хакасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. «Тапповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое ГОСТ. Качество объединяет поколения. «Снежный городок». Друзья, я очень рад, что вы дождались третьей части нашей передачи, потому что в ней, как правило, все самое интересное. Здесь мы видим результат сегодняшних трудов, и, как всегда, я держу еще один рецепт про запас, так скажем. Напоминаю, что сегодня у нас меню люля-кебаб, которое уже стоит и потрескивает в духовке при температуре 220 градусов. И здесь, если помните, на гарнир мы с вами заготовили кабачок,
с морковочкой. Вот такие фетучини мы нарезали. С них обильно стекает вода, потому что мы это дело подсолили. Вода стекает. Это очень хорошо, потому что мы можем приступать к обжарке. Обжаривать мы будем вот на такой сковородочке. Я предварительно налью оливкового масла. Количество должно быть такое, чтобы полностью дно покрывало. Пусть маслом нагревается, и я его, знаете что, я его еще ароматизирую. Вот таким образом я положу чесночок, так вот раздавленный, чеснок свежего урожая. Немножко, вот у меня здесь остался лучок, который называется парей. Я тоже его нашинкую. Так скажем, для широты вкуса и аромата. Внимательно следите за тем, чтобы чесночок не подгорел. Он делает это моментально. Вот видите, уже начинает золотиться. И я отжимаю кабачки и морковь. Такую вот прям лапшу овощную. Отжимаю от воды, перекладываю. И помешиваю, начинаю быстро обжаривать. Здесь главный секрет, чтобы, друзья, не пережарить. Не пережарить, только вот со всех сторон прогреть и все. Даже я возьму вот такие щипчики, чтобы мне было удобнее переворачивать. И сразу же я начну напитывать вкусами. А вкусы, понимаете, что... Все это у меня соленое, но не хватает, мне кажется, чайной ложки бальзамического уксуса и немножко сахарку, 2 чайные ложечки. Буквально, друзья, 3 минутки в завершении всего этого действия я возьму зеленый базилик и вот так прям крупными листочками нарежу. Очень насыщенный аромат у нас получается. Все, друзья, на этом приготовление гарнира заканчивается. Как понимаете, ушло буквально 3-4 минуты. Выключаем плиту, потому что если кабачки передержать, то все, друзья, пиши, пропало. У вас получится каша. А так у нас, смотрите, прям вот такая овощная лапша. Я сразу буду выкладывать на тарелочку горочкой. Такая хорошая порция у нас получилась. И достаю из духовки люля-кебаб. Ну, а вот, собственно, и еда. Кебаб из говядины. Зернами граната, кинзой. Очень сытно, я бы сказал, по-мужски. Но из украшения, я думаю, будет не лишним напомнить едокам или подсказать, что внутри гранат мы посыпем зернами граната. Немножечко свежей кинзы. И завершим все черным перчиком. И главное блюдо на сегодня готово. Давайте покажу еще рецепт интереснейшего, на мой взгляд, коктейля из мороженого. С мороженым здесь, в принципе, все просто, друзья. В данном случае можете экспериментировать или добавлять по своему вкусу.
Например, можно взять фисташковое или клубничное. Я сегодня возьму пломбир на сливках компании «Снежный городок». И прежде всего потому, что мне эта марка, конечно же, хорошо известна, любима. Ну и, конечно же, важен еще и состав, друзья. Только натуральные сливки, цельное коровье молоко, экстракт натуральной ванили. И большего, друзья, поверьте, для настоящего пломбира ничего и не нужно. Компания «Снежный городок» – честный вкус мороженого. Вот я поместил мороженое вот в такой миксер. И коктейль у нас молочный. И молочный с бананом. Знаете, что мне кажется? Что вот с бананом не просто молоко нужно подавать и смешивать, а молоко топленое. Это очень интересное сочетание вкусов, друзья, я вам скажу. Именно топленого молока и банана. Итак, я налил где-то 100 грамм молока. С бананом я поступлю следующим образом. Помещаю его в измельчитель и пробиваю до состояния пюре. Вот можете наблюдать, какое у нас получается пюре. Очень нежное, из бананов. Пюре даже как суфле. И все, что нам остается сделать, это все хорошенько взбить миксером. Берем бокальчик и выливаем весьма полезный, очень освежающий и очень необыкновенно вкусный коктейль. Поверьте, сочетание топленого молока, мороженого и банана просто превосходно. Друзья, я очень надеюсь, что предложенные мной сегодняшние рецепты вам понравятся, потому что, в принципе, любой человек может воспроизвести их у себя на кухне. Но если вы чего-то не услышали или пропустили, то сегодня вечером на канале «Россия 24» наша передача обязательно повторится. Если вы хотите узнать рецепты из наших прошлых программ, то я приглашаю вас на сайт одноклассники.ру. Там есть наша официальная группа, которая так и называется «Муж на кухне». Присоединяйтесь, добро пожаловать. Там все рецепты, там мы с вами общаемся, вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Или наоборот. Ну а если вы хотите чего-то большего и встречаться вживую, так скажем, то я вас приглашаю в кулинарную студию «Вилка», то есть сюда. Здесь мы проводим тематические мастер-классы по итальянской, французской, русской кухне. Здесь можно прекрасно провести день рождения свой или ребенка. Вот здесь мы с вами будем все готовить, а за этим столом мы будем с вами все пробовать и делиться впечатлениями. Кроме того, дорогие друзья, вы можете приобрести вилки, вот такой подарочный сертификат, и подарить своим близким людям. Ну а с вами я прощаюсь до следующей недели. Пока. Спонсор программы – компания «Тапповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Тапповая» в Хакасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж. Телефон 28-73-26. «Тапповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Мороженое, пломбир на сливках. Нежность притягивает противоположности. «Снежный городок».